Говори. Пытались выйти из окружения из Иловайска. Были направлены начальником штаба в западню. Реально, по словам русских, ждали нас тут 2 дня колонну. Выехали сегодня рано утром, попали в окружение, прямой наводкой били танки. Сразу же куча 200-х, около десятка, наверное, вот. Раненых больше, а то и 30-ка. Да, я просто немножко не знаю. Теперь я могу. Да, мы тебя слышим. Кто там из батальонов есть? Скажи, сколько у вас человек, опиши ситуацию. Нас осталось около 100 человек. Командира, который взял на себя обязанности после смерти командира роты, взяли в плен русские солдаты, которые нас окружили сейчас. Вот. По договоренности с ними, мы или равняется по деревне, в которой мы находимся, это небольшой хутор, или мы завтра утром сдаемся. То есть коллективное решение еще не принял. А скажи, пожалуйста, кроме батальона «Донбасс», кто там еще? Были военные, с 51-й, по-моему. Они уже сдались. А Днепр есть? Днепр нету. Днепр поехал другой дорогой с военными. С утра нас Филин, начальник штаба, повел другой дорогой. Сам при этом открылся, оказался в Курахово через время. Мы попали под прямой огонь танков.